Во Владаре заработала единая диспетчерская служба. Со своей жалобой или вопросом по единому номеру 109 может обратиться каждый житель города. Как будет работать единый контактный центр? Подробнее в сюжете. Еще на отчетной встрече глава региона Абылкаир Скаков отметил, что больше всего обращений в социальные сети поступает по вопросам ЖКХ. Поэтому он поручил взяться за проблему благоустройства и очистки города и создать единый колл-центр, чтобы люди не метались между ведомствами в поисках ответа. Я посчитал, в одну минуту получаю в среднем 2 обращения по ЖКХ, то есть 120 обращений в час. И это только то, что приходит мне лично. Есть еще другие блоги и аккаунты акиматов. Люди мечутся между этими аккаунтами и бьют в набат. В то время как Инстаграм в основном – это площадка для селфи с отдыха, у нас же Инстаграм – это ящик для жалоб на коммунальщиков. Почему так? Потому что нет единого коммуникационного канала, и эту пустоту заполнили социальные сети. Такой канал необходимо создать. Это должен быть ситуационно-аналитический центр с колл-центром для приема обращений граждан при нем. Система 109 создана для упрощения жизни павлодарцев. Теперь не нужно запоминать телефоны коммунальных служб, а можно просто позвонить по единому номеру и задать вопрос оператору. Служба работает круглосуточно. Теперь не нужно искать, куда звонить, как звонить. Звоните 109, 109 обеспечивает качество обработки заявки и обязательно предоставляет обратную связь. На сегодняшний день в службе 109 задействовано в дневное время 5 операторов, в ночное время 2 оператора. То есть служба 109 работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С начала марта служба приняла 200 заявок от жителей Павлодара, 175 из которых уже отработаны, 25 заявок в процессе. Большинство вопросов в основном касаются паводков и уборки снега. Какой адрес? Да, у меня стоит будет. Прямо с точной улицы, 44 минуты. Угу, хорошо. Уборка снега, да? Уборка снега с улицы, да. Хорошо, заявка принята. Мы передадим вашу заявку специалистам. В течение дня я вам перезвоню. Спасибо, спасибо, что ждем. Всего доброго. Спасибо за обращение, до свидания. Жителям дома по адресу Дальневосточная, 44, приносил неудобства снег. Долгое время здесь никто не расчищал улицу, а с появлением нового единого номера такие вопросы быстро находят свое решение. Невозможно было с калиток выйти. Сугробы были практически под самую крышу. Вот. И я позвонила на 109 и очень благодарна, потому что сразу среагировали. И буквально сегодня с утра зашла техника и вывезли весь снег. На сегодняшний день система 109 позволяет принимать любое количество звонков. По мере нагрузки планируется расширять количество операторов. Сабин Рахимбай, Амир Ерланулы, Ертыс Ахпарат.